Уважаемые мои коллеги, сегодня мы с вами проводим наше плановое аппаратное совещание. Итак, наша работа с вами направлена на решение важнейших задач. Первая задача – это окончание учебного года. Акцентирую – организованное окончание учебного года. Вторая наша задача – это решение вопросов, связанных с оздоровлением в летний период. И третье – это, естественно, восстановление наших разрушенных объектов. Начнем с окончания учебного года. 29 мая в 8:00 во всех школах прозвенит последний звонок. В этот день будет организовано патрулирование на всех улицах нашего города для того, чтобы был порядок. Со 2 июня девятиклассники, наши выпускники 9 классов, сдают экзамен первый свой. Сдают свой первый экзамен. 3 июня начинают сдавать экзамены выпускники 11 классов. Елена Евгеньевна, какая у нас ситуация по подготовке к экзаменам? Учебные заведения города активно готовятся к государственной итоговой аттестации. Творческие группы учителей города разработали на основе методических рекомендаций Донецкого института последипломного педагогического образования и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики материалы государственной итоговой аттестации. Материалы – это билеты и письменные работы. Каждая школа уже получила пакет документов государственной итоговой аттестации, и материалы государственной итоговой аттестации будут расположены на сайте Управления образования города Горлова. Спасибо, Елена Евгеньевна. Сегодня наши ребята, 29 выпускников наших школ, выехали в город Донецк для сдачи ЕГЭ, единого государственного экзамена. По русскому языку они сегодня пишут сочинение. Любовь Викторовна, скажите, пожалуйста, какие предметы, кроме русского языка, выбрали наши выпускники? Наши выпускники планируют сдавать еще математику, как базовые, так и профильные выдачи. Следующий предмет – это, конечно же, физика. Также они выбрали предметы гуманитарного цикла – это история, обществоведение. Ну и кроме того, многие ребята выбрали биологию. Скажите, пожалуйста, что дает сдача ЕГЭ для наших выпускников? Для наших выпускников она дает право наравне с выпускниками России поступать в их учебные заведения, в любые учебные заведения России. Угу. Спасибо, хорошо. Спасибо. Как момент мы собираем заявки от наших школ, потому что в каждой школе будет организована или пришкольная площадка, или пришкольный лагерь. Вот, собираем эти, подытоживаем документы, которые присылают нам школы, и количество заявок, и количество детей на этих оздоровительных площадках. А также мы занимаемся, буквально вчера мы отправили списки детей льготных категорий в Министерство образования для оздоровления детей за пределами Донецкой Народной Республики. Это дети льготных категорий от 10 до 14 лет, которые могут выехать за территорию нашей республики. Спасибо. Я хочу поправить, Наталья Николаевна. Значит, в каждой школе не или лагерь, или площадка, а в обязательном порядке будет площадка. Это обязательно, невзирая на то, будет лагерь или не будет лагеря пришкольного. Но площадка будет обязательно. Поэтому 53 школы дневных, 53 игровых площадок должны работать в наших школах. В течение всего июня. В течение всего июня. Нелли Александровна, мы с вами вчера проводили собеседование с руководителями. Завтра планируем и послезавтра, разбив их на группы. Скажите, пожалуйста, какова ситуация по набору детей в первый класс? Сейчас школы собирают сведения по микрорайонам. В школу в этом году дети идут с 7 лет. Мы будем принимать детей возрастом от 6,5 лет и старше. На собеседовании руководители учебных учреждений доложили о ситуации, которая у них есть на микрорайонах, о том количестве детей, которые они набирают в первый класс. Ну, работа эта пока продолжается. У нас будут? Обязательно, да. В каждой школе будет первый класс. Замечательно, спасибо. Вчера прошли собеседование с руководителями Центрального городского района, и во всех школах Центрального городского района будут работать первые классы. В детских садах будут работать... В одних чистые группы подготовительные, в других детских садах будут группы старше и подготовительные совместно. То есть все наши детки будут охвачены либо дошкольным образованием, либо пойдут в первый класс.
Это то, что касается собеседования. Давайте вернемся к нашему вопросу по восстановлению учебных заведений. Очень важный вопрос, очень серьезный вопрос. Сегодня ведется очень большая работа. Вы знаете, что у нас было повреждено 70 учреждений. За прошедшую неделю добавилось еще 6 учреждений, 3 детских сада и 3 школы. В общем, это, если посчитать из 122 учебных заведений, то это практически больше 70%. Вот. Поэтому, конечно, здесь работа предстоит очень серьезная. Я хочу сразу сказать, уважаемые мои коллеги, сказать о том, что большую поддержку нам оказывает город, предприятие города. Я знаю, что сегодня завершаются работы на двух наших объектах. Денис Александрович, где мы завершаем работы? Это 58-я школа, где работает горлостеплосеть. Там уже начата покраска фасада здания, это уже окончательный, как говорится, процесс. Потом 29-я школа работает, ПАО «Концерн Стирол», тоже заканчиваются работы. И по 52-й школе, это, получается, был 18-го числа, был заключен договор с горлостеплосетью, которая будет, ну, принимать участие в восстановлении объекта этого. И, получается, ведутся переговоры, в принципе, они уже, как бы скажем, закончены. И по 65-й школе тоже будет ПАО «Концерн Стирол», берет на себя обязательства в ремонте и восстановлении этой школы. Извиняюсь, можно я со второго? Дереновка, 58-я школа. Работы заканчивают на объекте горлостеплосеть, начата покраска фасада здания. 29-я школа, это Кондратьевка. Работы заканчиваются, работы проводит ПАО «Концерн Стирол». И после 29-й школы «Концерн Стирол» это начинает работы на 65-й школе. Это примерно, скажем так, ориентировочная дата, это 10 июня. Вот по 52-й школе при этом представители Москвы изъявили желание финансировать восстановление школы. И 18 числа был заключен договор, трехсторонний договор между горлостеплосетью как подрядной организацией, заказчик выступает управление образования, ну и плательщик это представители Москвы. Спасибо, Денис Александрович. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, какая у нас ситуация по гимназии на сегодня? По восстановлению кровли гимназии? Значит, гимназия «Интеллект», управляющим управляется остров Дафан. Проводит уже окончательные работы по восстановлению кровли данного объекта. И параллельно проводятся переговоры о, может быть, о участии Стирол Геофарм в проведении внутренних работ по восстановлению этого объекта. Ну так, в принципе, работа уже на стадии завершения. Нужно будет обязательно беседовать и просить концерн Стирол, дабы они помогли нам восстановить нашу гимназию. Потому как там отделочные работы очень серьезного характера, особенно третий этаж. Очень серьезные восстановительные работы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Давайте остановимся немножко. Скажите, пожалуйста, какого образца аттестаты будут получать выпускники в этом году? В этом году наши выпускники будут получать аттестаты регионального образца. Это дает право нашим выпускникам поступать вузы Донецкой Народной Республики, вузы Луганской Народной Республики, ну не только вузы, учебные заведения 3-4 уровня аккредитации. И это дает возможность поступать в некоторые учебные заведения Российской Федерации. Как в школах, так и в дошкольных и внешкольных учреждениях. С тем, чтобы в течение августа максимально заполнить все имеющиеся вакансии. На сегодня, конечно, проблемными оставались у нас начальные классы. Проблемными оставались такие предметы, как математика, физика. Ну и, пожалуй, все. А учителя украинского языка и литературы будут востребованы? Значит, у нас изучается украинский язык, изучается украинская литература. Конечно, не в том объеме, в котором мы изучали раньше. Конечно, объем много меньше. Больше часов у нас распределено на изучение русского языка и литературы. Поэтому те учителя украинского языка и литературы, которые готовы преподавать всемирную литературу, они проходили у нас курсы на базе областного института и получили, скажем так, сертификат, дающий им право преподавать всемирную литературу. И они находят себя в этом предмете, и причем замечательно. Снова учебного года украинский язык как предмет будет? На сегодня мы планируем с 1 сентября украинский язык и литература, опять-таки в тех пределах, в которых мы работали в этом году. У нас час на украинский язык и час на литературу отводился.